Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о том, что есть такая форма поддержки населения, как социальный контракт. Он рассчитан на одиноко проживающих граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и предоставляется в рамках нацпроекта «Демография». Это не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержка специалистами комплексного центра социального обслуживания на каждом этапе реализации. Социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений – поиск работы и трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. Подробности можно уточнить в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства. Администрация Самарского района сообщает, что в рамках месячника по благоустройству в городе предполагается обновление стендов на аллее почетных граждан на улице Ленинградской. В ближайшее время они будут демонтированы и просят жителей не беспокоиться по этому поводу. Через некоторое время аллея появится в обновленном виде. В телеграм-канале администрации Куйбышевского района сообщают, что скоро в Самаре начнется месячник по благоустройству. Этому было посвящено традиционное совещание. Нужно наладить взаимодействие управляющих компаний и жителей. Управляющие компании должны быть готовы обеспечить активистов всем необходимым для уборки и проинформировать о работающих пунктах выдачи инвентаря. Принять участие в уборке города приглашают всех желающих.